Число заболевших ОРВИ и гриппом в Одессе растет. Болеют в основном дети. Только за минувшую неделю около 5000 случаев. Более чем в 70 школьных классах ввели карантин. Среди взрослых заболеваемость ниже. Официально около 2000. Дети, беременные женщины относятся к группе риска по возникновению осложнений у гриппа. Вы знаете, что мы боимся не самого гриппа, мы боимся его осложнений, то есть тяжелых пневмоний. Кроме детей и беременных женщин, в группу риска входят люди, страдающие ожирением, люди, страдающие бронхиальной астмой и люди, принимающие аспирин. Почти 150 людей находятся в инфекционной больнице. 40 пациентов – это дети. Там отмечают, что все необходимые лекарства и дыхательная аппаратура в медучреждениях есть. Врачи просят людей не заниматься самолечением. Высокая температура, а грипп начинается всегда с очень высокой температуры. Грипп начинается всегда очень бурно. Если температура 37,2, вряд ли это грипп, потому что грипп дает высокую температуру. Ломота во всем теле, разбитость, головная боль, першение в горле, кашель сухой. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, не лечитесь, пожалуйста, по интернету, потому что в медицине, в педагогике и в архитектуре разбираются абсолютно все. Но диагноз поставить должен врач. В эту пятницу соберут оперативный штаб медиков и решат вопрос о введении карантина во всех школах и больницах.